Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня хочу показать свои покупки с сайта feelunique.com. Уже давно там не заказывала, хотя некоторое время назад достаточно часто там делала покупки, особенно в период распродаж. И в этот раз тоже решила сделать заказик в новогоднюю распродажу. Там была еще скидка дополнительная 20% на всю продукцию, но сумма минимальная для бесплатной доставки там очень большая сейчас, 4500. Заказ я делала вот из-за этого продукта. Это дезодорант от Донны Карен, называется эта серия Кашмир Мист. Это стиковый дезодорант твердый, здесь 50 миллилитров. Некоторое время назад у меня уже был такой дезодорант, я с удовольствием им пользовалась, он приятно пахнет, не оставляет следов на одежде, хорошо защищает от влажности и от запаха. Пробовала найти какие-то альтернативные варианты, но даже то, что я находила, подобные вот антиперспиранты в других парфюмерных брендах, ну, в общем-то, тоже они исчезли из продажи. Первый раз я его заказывала на сайте essentials.com, это тоже британский сайт, и там тоже платная доставка, в общем, найти какой-то подходящий вариант очень сложно. Я и на eBay его пыталась искать, но либо не доставляют в Россию, либо доставка очень дорогая получается. И я сейчас посмотрела на сайте Feel Unique, его там тоже убрали из продажи. Стоил он в районе 1500 рублей, но еще плюс скидка 20%, чуть подешевле. На мой взгляд, цена оправданная, потому что его и хватает надолго, работает он хорошо. И пока буду пользоваться, надеюсь, что его хватит на несколько месяцев, потом буду смотреть либо где-то его покупать, либо какую-то альтернативу искать. Но, во всяком случае, попробую найти все-таки ссылочку, где его можно купить, потому что его очень хвалят, особенно американские блогеры, там у них его можно купить без особых проблем. Что еще заказал, потому что нужно было сделать заказ на 4500. Заказала вот такое средство для душа. Это масло от Bioderma. В общем-то, это не масло, это такое средство для принятия душа. Оно на глицерине, формула без парабенов, гипоаллергенная, подходит для детей, для взрослых. Можно использовать для тела и для лица. Достаточно жидкое средство. Здесь на первом месте в составе вода, и поэтому использовать нужно достаточно быстро, в течение 6 месяцев после открытия. Ну, в крайнем случае буду использовать еще как средство для умывания. Приятная вещь, пенится слегка, пахнет приятно. Я покупала по отзывам, нашла у нас в интернете несколько отзывов, но, как я понимаю, на нашем рынке это достаточно новый продукт. У нас продается, точно знаю, что в объеме 200 миллилитров. Не знаю, продается ли в таком большом объеме, но в любом случае на британских сайтах французская косметика подешевле стоит, даже несмотря на большие курсы валют. Чуть больше 1000 рублей вот такая большая бутылка, и, по-моему, 600 с чем-то рублей 200 миллилитров стоит. Ну, во всяком случае, я ссылки постараюсь оставить и на сайте Feel Unique, и где-то у нас в интернет-магазинах поищу, тоже ссылочку оставлю. Достойное средство, но я не скажу, что это прям какой-то супер must-have, и я думаю, что вот этого объема в 1000 миллилитров мне хватит, и я уже второй раз, думаю, не буду покупать. Но, в принципе, покупкой довольна. Еще купила набор от Garnier, серия называется Ultimate Blends. Это лосьон для тела и вот такой, здесь написано, что это бальзам для лица и тела многофункциональный. В лосьоне 250 миллилитров, он с помпой, и вот этот крем-бальзам здесь 200 миллилитров. Предназначена серия для сухой чувствительной кожи, гипоаллергенная. Я не знаю, есть ли у нас в продаже подобные средства, но по ощущениям вот этот лосьон я уже пробовала. Он достаточно такой традиционный для лосьонов Garnier.
Он основан на глицерине и минеральном масле. Ну, я думаю, что на холодный период года, когда я им пользовалась, в общем-то, был нормальный вариант. Какой-то пленки не оставляет, хорошо впитывается. Запах такой синтетический, мне быстро надоедает, но, в принципе, нормально. По стоимости 400 с чем-то рублей этот был набор, еще скидка была. Я думаю, что у нас, наверное, примерно те же деньги все вот эти вещи стоят. Но вот это я пока средства не открывала. Я, возможно, его оставлю, может быть, даже до следующего года. Кстати, написано, что вот эта вещь сделана в Израиле, а лосьон сделан в Польше. Интересно. И еще один набор я купила для волос от американского профессионального бренда, который называется Lanza. Это салонная косметика для волос. В набор входил кондиционер 250 мл, шампунь 300 мл и вот такое средство для кожи головы 100 мл. Вся эта серия направлена на то, чтобы питать ослабленные волосы и для стимуляции роста волос. Шампунь бессульфатный, пахнет приятно, таким ментолово-цветочным ароматом, но для чувствительной кожи головы не подойдет, потому что пощипывание от него очень такое интенсивное, что от шампуня, что вот от этого лосьона. Вот это средство тоже такое достаточно сильное, чувствуется такое пощипывание на коже, разогревающее. Его можно наносить 2 раза в день, но я уже тут использовала столько. Пока пользуюсь, но не стараюсь пользоваться всеми тремя сразу, потому что уже слишком сильное будет воздействие. Очень, кстати, понравился кондиционер. Действительно такой питательный, прям как маска. Не тот, который, знаете, продается у нас в масс-маркете, что наносил, что не наносил. Здесь вот прям очень хорошее качество. Мне вся серия понравилась. Стоила, по-моему, 2700 рублей. Но со скидкой, я думаю, что очень такой хороший наборчик получился. Но сейчас его в продаже тоже уже нет, потому что тоже была какая-то лимитированная серия. Как и вот этого набора от Garnier тоже на сайте уже нет. Вот такие были у меня покупки на сайте Feel Unique. Опять же, постараюсь оставить ссылочки на вот эти два продукта, но остальных уже, я так понимаю, нет в продаже, потому что это были какие-то распродажи новогодних наборов. Большое спасибо за внимание, спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии, оценивает мое видео. Всего доброго, до свидания.